сценарий? Сколько заплатите? Конечно, сделаю. Что-то совсем вдохновения нет. Ладно, что-нибудь придумаем. Например... О, есть идея. Так, ребята. Все сюда, есть работа. Нам получили сделать идеальный сценарий. Если заказчику он понравится, то нас накормят. Еда. Ням-ням. Ребята, соберитесь. Прежде чем поесть, нам нужно придумать сценарий. Есть идеи? Предлагайте что-нибудь новое. А давайте на манер американских блокбастеров. Слишком замешанный, Дима. А давай жестко возьмем. А что? Прекрасная идея. Так и запишем. Золушко. А ну все замолчали. Итак, начнем разочаровать. Вот ты, высокая, будешь у нас старшей сестрой, а вот ты, низенькая, будешь младшей. Эй, но я же старше ее. Тихо, едем дальше. Вот ты, мальчик. Да, ты будешь должкой. Да, именно ты. И не надо на меня смотреть так. В общем, ты, белый тарапач, будешь у нас мышкой. А вон тот, не трезвый. Самурай будет. Так, вечный розовый герой переднего плана. Будете голубыми. Ты голубой, что ли? Будешь у нас принцем. А ты такая объемная. Королем будешь. А мы не против. Король? Ням-ням. О, а вот ты учеником феи будешь. А нам? Как же мы? Да замолчите, хватит уже. Но я хочу роль. Сколько нас? Всего 10. О, тогда вы сыграете одну роль на двоих. Согласны? Да. Нет. Эй, без пререканий. Итак, начнем репетицию, все по местам. Замок, вечер, покой принца. Король? Зови меня папочка. Не спишь? Да, вроде. Вот и хорошо. Знаешь, в моей комнате кто-то есть. Но кто там может быть? Не знаю, но Лавик он кого-то видит. В общем, можно мы сегодня останемся у тебя? Может, не стоит. Но мне страшно. А ты знаешь, как успокоить папочку? Отец, я решил жениться. Что? Мне кажется, мы прогадали с гонораром. Надо было больше просить. Как тебе не стыдно? Ты что, только ради еды согласилась? А ты что думала, что я буду благотворительностью заниматься? Ужасно! Ведь надо творить не ради материального блага, а ради морального удовлетворения. Удовлетворение? Кто сказал про удовлетворение? Помогите! Отстал.
и жену сам подберу. А? Жена? Да-да, это будет именно жена. Нам нужен наследник, правильно? Пойдем, я расскажу тебе о своих планах. Многочан, любимая, где же ты? Самурай, ты за свет заплатил или опять все наши деньги спустил на водяру? Он пришел бедобед, а вот кем налил? Я не пил, я стекал, как трезвушка. Ну, сейчас мы тебя поранем. А кто молодец? Папочка! А ну, ушли со сцены. Сейчас не ваши реки. Мышка, а ну, поди сюда. Вот тебе листочек. Вот с него ты будешь читать. И смотри мне, не сдейся. А вы чего устали? Все по местам, работаем. Еще один герой нашей истории. Нет.
Что нет? Не появляется. Почему? Потому что я не хочу выходить на сцену в женском платье. Ну сколько раз тебе можно повторять? Оно не женское. Почти. Не выйду. Тогда твою сосиску съем я. Ням-ням. Иди на сцену. Нет. Хорошо, хорошо. Тогда... Ням-ням. А за две сосиски выйдешь? Да. Я несу возмездие во имя Луны. Какой Луны? О чем ты? Кто говорил о сосисках? То есть, милая Золушка, помогите мне ее найти. Я дам тебе свою сосиску. Что это ты ему отдашь? Я тебе сейчас так отдам. Еду я. Ням-ням. Что вы творите? Этого нет сценария. Эй, вы, вернитесь на сцену. Сосиски, еда, легкая добыча. Ваше Высочество, если вы дадите мне три сосиски, я отведу вас к Золушку. Две, и я согласен. Две с половиной, и договорились. Грабеж! Да. А я тебе в мешочек зернышек все-все-все расскажу и покажу. Слушай, это тебе за мусорку. Что ты тебя сделаешь? Сынок? Ах ты! Ням-ням. Кстати, а ты кто? А, ну, я из соседней трупы. Я слышала, вам сосисками платят. А нам какие-то бумажки дают. Как вы меня достали. Скорее бы на пенсию. Ага, так я и знала. Что? Им платят больше. Неправда. Эти бумажки даже не пожевать. Ну, раз они тебе не нужны, то отдай их мне. Ну, на, забирай. Вы не искали? А у тебя есть сосиски? До новых встреч!
женщина.